Здравствуйте, друзья! Вот и закончились прекрасные светлые осенние дни. И пришел черед моей любимой поры, когда я начинаю немножко аккомпанировать. Вот, а Игорь Абакумов, как всегда, на высоте. И днем, и ночью, и зимой, и летом. Все одним цветом. Все у него прекрасно. Великолепные стихи. И что не стихотворение, так готовая песня. Вот было когда-то мной сделано отражение или зеркало. А теперь смотрю, зеркальное продолжение идет. Вот, и почему бы не написать вторую серию отражения? Пусть будет отражение 2. Ну, спасибо Игорю. Не мог пройти мимо, чтобы не попробовать рассказать вам эти стихи под аккомпанемент гитары. Я с зеркалом теперь уже на ты. Принц спросил ему его принципиальность. Уже не злюсь от этой прямоты, когда смотрюсь я иногда в его реальность. Оно как честный, беспристрастный друг, не врет и не пытается лукавить. В нем весь мой мир, в котором все вокруг, и не отнять ни капли, ни прибавить. С ним можно честно говорить всегда. Оно любое примет выражение, и правда это. Но в этом и беда. Жаль только это лишь отображение. Но есть как есть, на что же здесь менять? Жизнь подытожит то, что в нем я вижу, и точно не прибавить, не отнять все, что люблю в нем, и все, что ненавижу, и точно не прибавить, не отнять все, что люблю в нем. И все, что ненавижу. Спасибо, Игорь. Спасибо всем. До новых встреч.